Множество храмов в честь равноапостольного князя Владимира освящено на русской земле. Среди них и храм в поселке Смолино. В день престольного торжества там прошло архиерейское богослужение. В храме поселка Смолино престольный праздник. Он освящен в честь равноапостольного великого князя Владимира. В день памяти святого митрополит Челябинский и Миасский Алексей совершил божественную литургию. Правящему архиерею сослужили благочинный Центрального округа Челябинска протоиерей Сергий Севастьянов, настоятель Александра Невского храма протоиерей Борис Кривоногов, настоятель Свято-Владимирского храма протоиерей Владислав Василевский и другие клирики. Свято-Владимирский храм в Челябинске осветили в 2001 году. Интерьер украшают изысканные росписи, которые выполнили в византийском стиле московские мастера. Иконостас сделан в Новотихвинском женском монастыре Екатеринбурга. Церковь выглядит празднично, пасхально, в оформлении много красного и золотого цвета. В храме много святынь. Иконы с частицами мощей святых Василия Блаженного, Федора Ушакова, Феодосия Черниговского. В нижнем пределе хранится скуфейка и рукавичка праведного Иоанна Кронштадтского. Митрополит Алексей возглавил праздничный крестный ход. В своей проповеди архипастырь напомнил о значении для нашей страны князя Владимира. Благодаря святому князю Владимиру наше Отечество просветилось светом Христовой веры. И мы знаем, после его крещения, после крещения в водах Днепра, Киевлян, здесь, на Руси, многие искренне приняли веру христианскую, православную, и стали жить согласно этой вере. И вот пусть по молитвам святого равноапостольного, великого благоверного князя Владимира, просветителя русских земель, Господь хранит Отечество наше от всяких невзгод, хранит людей русских в единстве, а церковь православную, русскую православную церковь, пусть хранит как свидетельницу и хранительницу истины здесь, на земле. Владыка Алексей выразил благодарность благодетелю храма, челябинскому предпринимателю Виталию Рыльских за помощь православной общине и патриотическую деятельность и подарил ему икону великомученика Георгия Победоносца.